Ой, да хороший, хороший. И вот тут они сидят. Опа. Ну, за рыбалку. Вот такое вот шоу. Кая веду. Медалич. Топ-контент какой-то прям. Смотрите. Опа. Вот это рыбалка. А что такое? Да ладно. Вот здесь вот возвышенность такая нормальная. Но я за нее зацеплюсь, чтобы немножко подальше быть от стенки. Так. О, нормально так под углом. Отлично. На той стороне видно, что был пожар. Зелененькая такая трава. И деревья все обугленные. Прям вообще угольки. Ну, что ж, это да, сейчас бывает. И такое видно, что стоит как бы смог небольшой, видимо. Вот-вот то недавно потух пожар. Ой, жара будет сегодня. Ну, ладно. Что, достаем удилище. Червей. Друзья, всех приветствую. Очередной день на весенней рыбалке на сазана. Выбрался я на небольшое течение вдоль камыша. Кстати, жара сегодня будет, но ехал сейчас свежо. Вот, выбрался я вот на такое красивое место. Здесь довольно-таки широкая река. Вот течение, но вдоль вот этого камыша идет сразу глубина. Вот занял здесь, короче, он такой ровный камыш, но вот есть небольшой выступ, вот он мне позволяет стоять немножко под углом к течению, а не вдоль. Это как бы, ну, удобнее для рыбалки. Вот ловить я буду сазана, всякую рыбу, мелкую там, не мелкую, посмотрим. Лещ, я думаю, будет, карась. Как обычно, моя лодка Роджер Сфера 350-я. Вот, сегодня налегке, что у меня рюкзак, запасные там всякие вещи и прочее, вот штатив, здесь я червей держу, удилище карповые такие мощные, до 200 грамм, оснащенные крупными катушками, такими тоже карповыми, по телефону смотрел, как ехать, как чего, вот, и вот буду, ну, что, подсак, ведро непромокаемое, вот, и буду вот сейчас вот здесь вот, туда забрасывать. Надеюсь, что-то поймаю. Так, ну что, орудие к бою готовим. Загибает. Опа, есть. Это что такое? Да ладно. Это что такое? Нифига вобла. Сазан. Сразу, прикиньте. Нифига вобла клевала.
Обалдеть, ребята. Обалдеть. Едовой, нормальный сазанчик. Вот это я встал. Я сначала расстроился, думал, вобла. Ну, нормально, нормально. Вот это я удачно встал. Ну, вобла долбит, я такой, ну, вобла, вобла, ок. Видали, че? Какой хорошенький вообще сазанчик. Нормальное место. О, какой. Вообще на червя. Только-только встал, блин, сразу. Бах. Супер. Обычно вобла долбит так, тут резкие такие рывки. Здесь я так, пока я такого не видел. То есть здесь такие потяжки. Вот такой вот крючок я одеваю. Вот видите. И нормально. Вот это вобла. Вот. Вот это уже вобла. Вот это вот ее поклевки. Вот это вобла. Вот, к сожалению, приходится ее терпеть. Вот она, вобла. Вот, ребят, астраханская вобла выглядит вот так. Но размер маленький, у нее есть нормы, которые как бы, ну, нельзя нарушать. Поэтому отпускаю, нужно брать только крупные. По-моему, норма 18 сантиметров. О, забило, забило. Оп. Блин, ну долбит прям по-сазановски. Вот на течение бросил сразу поклевки. Наверное, тоже вобла. Нет, ничего себе. Вот это да. Лещик. На течение. Вот это да. Ребята, вообще класс. Смотрите какой. Друзья, вот такой вот лещ попался. Шершавый. Вообще. Не знаю, ну возьму пока. Если сазана не буду, будет хоть... Леща возьму на засолку. Че, попробую еще на течение покидать. Там то ли поглубже. А здесь прям мелочь-мелочь. Что-то дергало. Ух ты! Окунь. Окунь заглотил, придется брать. Он всегда заглатывает. Жадно. Здесь что-то так солнце палит, вообще жесть, прямо лицо. Вот. В общем, сейчас я проедусь немножко вдоль этого камыша, попробую поискать еще активного сазана. Вот я заметил, что вот где он есть, он сразу клюет на первых забросах. А сейчас долбит вон, вы сами видите, просто мелочь. Вот. И где сазан есть, там мелочи, ну, как бы не должно так быть сильно активно. Вот, и возможно, после проверки камыша уйду на ту сторону под дерево в тенек.
Вот тоже поищу что-нибудь, глубину какую-нибудь. В общем, переезжаю, если что будет интересное, покажу. Раннер не отключил. Ух ты, лещ. Это да. На мелике. Глубина метр. Лещевский. Хороший лещ. Вообще. Серый такой. Мелочь долбила. Ну, я думал, что мелочь. Сразу поклевка. Ох ты, сход. Нифига себе, ребята. По-моему, сазан. Сразу поклевка. Подсекаю, он стоит на месте, ё-моё. Что такое, а? Вот говорю, сразу. Есть, есть. Нет, это лещ. Может быть, там тоже лещ был? Хороший какой, как его под сак брать. Это хороший лещ. Ух ты. Ух ты. Похоже, стая леща стоит. Сразу. Минута прошла. После первых забросов. Первый сошел, прям сразу поклевка была. Вот, а этот вот удалось взять, ну, блин, борьба, тут еще течение, а глубина всего метр. Такой-то лещ. Красивый. Возьмем. Пока что берем, пока сазана нет. Если будет сазан, подпускаю. Есть, есть. Что-то взял на течение. Лещ, что ли? Ага, лещик. Опа. Идет. Сушилку. Ух ты. Ух ты. Да что такое? Что такое? Блин, ну это прям, наверное, сазан был. Ё-моё. Мелочь дербанила, дербанила. Есть. Вот это что-то дерзкое. Это что-то дерзкое. Так, что там? О, ходит как сазанчик. Да, сазанчик. Отличный размер. Даже покрупнее первого. Значит, все-таки сорвался сазан до этого. О! Ну вот, ребят, в общем, сначала лещ. Потом сход такой прям, ну, либо лещ, против течения просто вообще непонятно. Но вот, когда я поймал сазанчика, я понимаю, что, возможно, там был сазанчик еще. Ой, какой красивый, вообще супер. Эх, нажарил, самое то. Класс. Красивая рыба. А борется как прям, чувствуется, что... Это не лещ. Лещ как-то он равномерно идет. Удилище у меня все то же самое. От пираньи, это наутилус, до 200 грамм. И катушка спортфидер на 6 или 7 тысячная.
Вот где тут даже название было, вот, можете посмотреть. GTA, что ли. В общем, мощная такая, с этим байтранером, все как положено. Плетенка 0.3, вот, по оснастке. Оснастка, значит, у меня, ну, червяк, понятно, уже насажен. Вот, и груз скользящий, он не просто скользит, он еще на определенном моменте стопорится вот здесь вот бусинкой. То есть сазан, когда берет, то есть вот он пошел, он передает эту поклевку на кивок нормально. Если ты прозевал, то он сам тыщ, и стопорится, ну, засекается. И уже груз резко, в общем, врезается и обеспечивает саму подсечку. Вот. Здесь, по-моему, 170 грамм, я уже не помню. Вот, ну, в общем, скользящая такая оснастка. Ну и здесь то же самое, только здесь уже нет стопора, здесь просто скользит он. Менял несколько точек, вот опять к камышу встал, глубина метр, немножко подальше откидываю и ловится. Нормально. Здесь хотя бы мелочь не так дербанит, как в тех местах. Ну, ловлю дальше. Жерехаун, бьют все. Гуси какие-то летают, неизвестные для меня. Казарки. Или как они? Жду крупняк. То есть я даже не обращаю внимания на вот эти вот тычки мелкие, особо даже не дергаюсь. А вот когда потяг такой мощный будет, что ж фракцион срабатывает, вот тогда можно просечь. А это иначе лишнее туда-сюда. Устанешь так каждую мелочь подсекать. Она дербанит, дербанит. Крючок большой, схватить не может. Ну, заглотить. Вот. И в этот момент вот сазан подходит, либо лещ заглатывает. Вон сплеснулось что-то рядышком здесь. Говорю, вот тут прям рыба-то вся подо мной. Клевка хорошая. Просто сечение пошел. Ага, сазан. Сазан. О. Ой, да хороший. Хороший. Ой. Вот это норм. Тут хороший сазанчик. Побольше. Дерзкий-то какой. Отлично. Отлично, ребята. Укрупняемся. Ох, хорош. Ох, хорош. Место нормальное. Сначала лещи попадались, потом что-то сход, потом сазанчик. Сейчас еще побольше. Вот такой вот сазанчик. Прям вообще поборолся. Очень красивый. А самый вкусный вот такой размер. Супер, смотрите, как. Вот это рыбалка. Главное, что здесь мелочь не сильно допекает. Ух ты, блин, хорошие крючки. Крючки, кстати, тоже в магазине Пиранья купил, ну, фирмы. Ой. Ух. В описании ссылки есть, что Сазаневский. Класс, просто класс. Ведерко наполняется. Опа. Получается, три сазанчика взял и несколько лещей. Ну, лещей, возможно, отпущу, не знаю, посмотрим сейчас по клеву. Еще бы сазанчиков бы наловить, штуки 3-4. Но нам, конечно, покрупнее хочется. Ух ты, блин. Что такое? Ох, что-то дерзкое. Ну не, вроде подлещик. Ну что-то у меня соскочило. Или по течению идет. Что это такое? Ха, лещ. Нифига лещ. Опа. Фух. Килограмм, наверное. Ох, какой ты шипастый. Ё-моё. Не знаю, почему у меня катушка что-то сорвалась. Ладно, разберусь.
Смотрите, какие шипы. Офигеть, вот это шипастый парень, конечно. Весна. Ужас просто какой-то. Какой-то ужас. Да, жесть. Тут солнце в лицо, вот, хотя вроде место неплохое, но сейчас что-то мелочь какая-то. Решил все-таки под тот берег вставать, по стороне тени, а то уже что-то, мне кажется, лицо обгорело. Вот. Вот она. Мелочевка фигачит. Ладно, переедем. Только что лицо сгорало, хотел загорать, и тут ветер такой ледяной, я прям замерз. Стал на таком дереве затопленном, вот, сразу же поклевки пошли. Ну, как обычно, мелочь вездесущая, но я надеюсь, должен быть сазан здесь в корягах. Пробуем, сейчас буду перекусывать. Попробуем здесь в коряжнике прям, такое дерево лежит. Глубина. Хорошо. Вот что долбит как. Видите? Мелочевка. Что-то есть. Какая хорошая густера, можно взять такую засолку. Только закинул сразу. Ну, что это? Ух ты! Блин, не дает перекусить. Ой, шершавый. Лещок. Че тут такое? Не понял. Сазан, что ли? Сазан, нифига себе. Блин, я просто думал, мелочь надо вытащить. О, какая мелочь. О, какая мелочь. Опа. Вот это да, вот это я встал в корягах. Смотрите, коряжник какой. Сазанчик. Я тут и от ветра спрятался. Ох, красавец. Хорошее место, мне нравится. Вообще здорово. Сначала подлещики. Вот, сначала густера, подлещик. И бах, смотрите. А? Красавчик. Небольшой, но самый для жарехи. Ох, и вещь. Просто вещь, ребята. Наверное, даже наверное еще. Тихо, 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 тихо. Какие они буйные вообще. Сопротивляются так классно. Просто супер. Ведро уже наполнилось, уже не помещаются рыбы. Такой скромный перекус. Колбаска, сыр. Вот, ну, хлеб. Яички сейчас поем. И мой знаменитый травяной чай с малинкой.
А, чабрецом. Красота. Сейчас червей насажу и буду пить чай. Если даст мне рыба. Ну что, вперед из песни, как говорится. Ну, за рыбалку. Блин, вот это поклевка была. Вот это отличная поклевка была, нифига себе. На мелике. Скворцы прилетели. Собираю тут. Это букашек. Что это такое? Лещ. Ах ты, слетел. Друзья, сорока, представляете? Астраханская. Такое солидного размера вообще. Ну, засолку берем. Густера, желтые плавнички, это можно брать. Густерка от леща отличается более такими желтыми плавниками. Вот горб здесь такой, ну это в принципе как у леща, но у него, у нее получается губы такие как бы желтые, и вот плавнички желтенькие. Вот, на засолку очень ценится, как и вобла практически. Берем. Ветер что-то усиливается, прям не на шутку. Обратно в волну пойду. Ну, у меня еще есть пару мест. Здесь что-то как-то прекратились поклевки сначала. И подлещик один, второй, сазан. Вот, сейчас мелочевка только долбит. Вот, густерки так периодически попадаются. В общем, еще пару мест проведу, там тоже есть коряжники. Вот, здесь что-то опять солнце выглянуло, то есть оно так двигается, из-под деревьев опять вышло, опять светит. Вот, в общем, двигаю дальше, я надеюсь, еще что-нибудь поймаю. Очередное дерево, завалы. Проверим, что тут по глубине. О, тут мелко. Ну, тем не менее, проверить надо. Забагрил. Ничего себе. Не сазан. Ничего себе, я просто потащил. Обалдеть. Вот это да. Я думал, коряга. Не, в рот взял. Вот это я угадал. Опа. Вот это да, ребята. Просто потащил, но хотел переехать. А там сазан сидит. Вот тогда. Вообще поклевок не было. Хотел проверить, а там сидит. Я думал, забагрил какую-то рыбу, которая шла мимо. А так получилось, что он как раз всасывал. Ладно, зеркало, но это мелочь, я так понимаю. Нифига себе, не мелочь. Поднять не могу. А, понял. Ну вот в этих завалах и стоит сазан. И мелочь показала практика. Тем не менее, густерка-то ядовая. Я-то думал, там бонус 8. 8 плюс.
общем, где сазан есть, сразу берет. Вот чуть посидишь, мелочь, и ничего не ловится. Вот так вот буду менять места. Весной это обычно коряжник, либо кусты, либо более такие завалистые такие стволы деревьев. Вот он почему-то там любит держаться. Они также создают еще такие как бы закутки тихой воды. И может быть ему там легче стоять. И он как бы ждет, когда поднимется вода, чтобы выйти на нерест. Вот клюет. Мелочевка. Какой, а? Ребята, ну все сами видели. Я, к сожалению, сорвался очень хороший сазанчик. Вот такое дерево нашел. И течение в эту сторону. Прям вот этот коряжник. Надеюсь, там еще будет сейчас. Ух, прям на короткий обидный сход. Ну ничего, сейчас еще поймаю. Одного окуня тащу, второй вслед шел. Это да. Вот он. Это что такое? Густерка. Хорошая густерка. Что-то у меня ведро-то уже некуда складывать там. Клевка. Я готов сечь. Окуни тут клюют. Вот это окуня. Окуни вот такие клюют вообще. Здесь на джик надо ловить, блин. Коряжники. Нужен сазан. Поэтому вот сюда. Еще одного вытащил. Вот такого вот. Ё-моё. Когда напал я на стадо окуня. Попробую вообще, может, поиграть тут просто. Не обязательно на дно класть. Ну, типа такого вот. Вот подняли. И вот так играю. Водить как-то. Опа. Какая-то поклевка что-то была. Опа. Видали, что творится. Вот это да. Так я еще не ловил. Топ-контент какой-то прям. Смотрите.
Обалдеть. Я просто в шоке. Смотрите, какие окуни-то. Грамм по 600. Напал на вот таких окуней. Клюют просто... Ну, просто вот вожу туда-сюда крючок, и они хватают. Вот такое вот шоу. Пускаю в виду. Видали что? Это да. Тут так. Дикость какая-то. Продолжаем. Опа. Мелочь. Вот такой отпускаем уж. Еще у меня есть эти кранки. Интересно, будет ловить или нет? Вот такой поставить. Опа. О, так и знал, что будет он на кранке ловиться. Жесть какая-то. Вот, ребят, поставил крэнк и из-под коряги фигачит окунь вот такой вот. Обалдеть, просто обалдеть. Я в шоке просто. Никакого спиннинга не надо, так кидаю удочкой. Здесь прям под корягой они все. То есть я вот тут спокойно провожу, вот здесь вот уже, и вот тут они сидят. Опа! Ой, видали, что какие? Окунь. Окунь так окунь. А сколько тут? Грамм 700. Ух, зимой бы таких. Вот под деревом прям стоят. Вот тут подвожу сюда, и вот здесь они сейчас тук-тук. Ух ты, как ударил. Вот. Вот это рыбалка. Это рыбалка. Все, у меня мешок полный. Забит. Он здесь сейчас клюнет. Вот тут он проходит под корягой. И вот здесь они сидят. Опа. Забагрил даже. Вот так вот отпустим. Они там стоят прям толпой. Так, ладно, чего, надо ехать. Да, ребят, очень крутое место. Окуней тут вообще сначала в отвес просто ловится на червя. Не, сначала просто попадались за дна, потом в отвес ставлю крэнк, вожу, бах, да хороший. Мне, короче, битком, вот смотрите, все битком ведро, тут сколько там, 4 или 5 сазанят и окунь. Все, еду домой, сейчас еще пару мест. Ветер, тучи,
Ну ничего, прям вообще. Вот такие вот коряжники. Видите, и сазан сошел вот с той стороны. Ох, ветер. Я надеюсь, видео вам тоже понравилось. Вот, не забывайте ставить лайк, писать комментарии, что думаете по этому поводу. Вообще, как вам рыбалка, как вам видео. Ну и все, я поехал домой. Сейчас покажу улов. Ну вот у меня получилось вот это ведро. Оно полное. Забито окунями, сазанами и лещами. Ну что, друзья, отправляемся на Астраханский рынок за рыбой. Штучная. Одна штука тысяча? Мужской силы. Мужской силы, да. Понял. Это мужская вягра. Стоит 1000 рублей. 1000 рублей, одна штука. Да, одна штучка. Охренеть. Это Астрахань, друзья. Одна и та же рыба, а стоит по-разному. Да. Заново. Клин. Зачем? Икра же тоже есть, да? Черная. Черная икра же есть? 55 тысяч килограмм. Не свежая. Это не свежая. Это Астрахань, друзья. Девчонки сразу предлагают, тут мимо не пройдешь. О, какая красота, ребята. А мы пришли к самому аппетитному. Как она блестит сразу. О, блестящая, красивая, значит. Ребята, смотрите, как это все вкусно выглядит. А вы с рулеткой для чего ходите? А вы любите пиво, да? Пиво? Да. Я люблю рыбу. Рыбу? Я даже видел искру какую-то. Так должно быть, да? Да. Все, понял. Ой, запах стоит.